Я рада приветствовать всех у нас на канале. Возьмем грецкие орехи. Я их до этого подсушила на сковороде. Если они у вас уже подсушены, то их просто следует немного разрезать на более мелкие кусочки. В принципе, орехи можно заменить на любые другие. Но у меня были грецкие. С консервированного тунца сливаем жидкость. Разминаем его вилочкой. Если вы предпочитаете какую-то другую рыбную консерву, можете заменить смело. К тунцу добавляем орехи. Перемешиваем. Возьмем яблоко, почистим. У меня яблоко зеленое, кисловатое. Но если у вас есть другие яблоки, они тоже подойдут. Просто не берите сильно сладкие. И яблоко натираем на крупной терке. Теперь нам потребуется зеленый лук. Его мы измельчаем, но не очень сильно, чтобы он в конце концов чувствовался в нашем салате. Берем виноград и режем пополам. Более крупные виноградины разрезаем на 4 части, средние и мелкие пополам. Если есть косточки, их стоит удалить. Осталось посолить, поперчить и заправить салат. У меня майонез, но если вы хотите, можете его заменить или греческим йогуртом, или сметаной. То, что вам больше нравится. Все хорошо перемешиваем. Салат можно подавать сразу, а можно оставить настаиваться в холодильнике где-то полчаса. Этого будет достаточно. Спасибо, что сегодня смотрели это видео и готовили вместе со мной. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайк за оригинальный и вкусный рецепт. Приятного аппетита!